Давно не секрет, что политики в Киеве заняты набиванием собственных карманов. Зеленский – лучший тому пример. До украинского кризиса в январе 2022 года его состояние составляло 650 миллионов долларов, а уже в декабре 2022 равнялось 1,5 миллиардам. Это практически дословная цитата одной из польских газет, которая хорошо объясняет причину растущего негодования в ЕС от Украины. Впрочем, от нее устали и за океаном. Гнев западного обывателя одинаково подстегивает как разнузданность и беспредел киевского режима, так и агрессивное иждивенчество тех, кто позиционирует себя беженцами, бегущими от войны. А на самом деле просто перекладывают эти тяготы на плечи европейских и американских налогоплательщиков. Об этом новый выпуск рубрики «Площадка». Здравствуйте. Максим Осипов приветствует вас. Новость, которая второй год по весне уже не новость. Владельцы гостиниц и хостелов стали массово выселять украинских беженцев. Теперь в Германии. Немецкое издание «Тагес Шпигель» с весенней лиричностью пишет. Начиная с апреля, тысячи гостей Берлина стекаются в столицу, бронируя сотни комнат в хостелах. Одни приходят, другие должны уходить. И буднично уточняют, что в конце марта истек срок проживания 650 украинцев. И вряд ли дело только в начинающемся сезоне. Еще в октябре прошлого года переходы бюргеров усталости от беженцев в откровенную агрессию отмечал Шпигель. Журнал подробно рассказывал, как жители Лейпцига на митинге потребовали от украинских беженцев и вообще тех, кто выражает солидарность с Украиной, покинуть Германию, скандируя «Проваливайте! Вы живете за наш счет! Пошли вон, нацисты!» Немцы, обвиняющие в нацизме украинцев, грустный анекдот современности. Протесты против строительства контейнерных деревень для украинских беженцев прошли также в Дрездене. В шоке от поведения многих беженцев и жителей Прибалтики. Портал «Рубалтик» поясняет, очень требовательны, недовольны предоставляемыми им благами, не желают учить язык, ведут себя шумно, а подчас и агрессивно, практикуют угрозы и вандализм. На исходе терпения у румынов. Раздраженные иждивенчеством понаехавших, власти решили выделить каждой украинской семье по 500 долларов в месяц, но только 4 месяца, в течение которых беженцы должны найти работу. Из этих же денег оплачивать проживание. Именно это и возмутило бессрочных туристов. Приютившие их домовладельцы имеют наглость требовать оплаты проживания, пишет румынская газета «Адеваруль». А вот с Польшей ситуация анекдотична, вдвойне. Оказалось, и на Старуху Посполитую бывает проруха. Страна, столько лет открыто готовившая антибелорусских экстремистов, сама столкнулась с тем же явлением. Издание «Мысли Польска» пишет, мы наблюдаем у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Их воспитывали в ненависти к соседям, к этническим и религиозным меньшинствам и ко всем, кто не разделяет их культ. В результате газета приходит к невероятному для польского издания выводу. Украина – это территория, где абсолютно необходима денацификация. Неудивительно, что на улицах польских городов все привычнее становится картина усмирения особо буйных понаехавших демократичной польской полиции, питающей особую слабость, как мы знаем, у беженцев. Аналогичное рассуждение у портала «Рубалтик». Внешне это могут быть вполне воспитанные и приятные в общении граждане, характеризует он беженцев, но под этой личиной скрывается людоедская сущность. А чего еще ждать, когда киевский режим год за годом промывал мозги населению, превращая его в одну большую террористическую группировку? Бороться с террористами, уповая на мораль, логику или здравый смысл, бесполезно. Но белорусские силы антитеррора, как показали недавние события с гродненским террористом, начеку. От каждого же из нас требуется немного. Спокойствие, выдержка и максимальная бдительность. Тот факт, что коричневая чума в 21 веке обрела желто-синий колор, после трагедии в Хатыни вряд ли кого удивит в Беларуси. Но запоздалое понимание, похоже, приходит и к Западу.